Вітаю вас, шановні друзі, від імені оргкомітету нашого клубу КОД, клубу одеських телеглядачів. Нагадаю тим, хто призабув, бо тиждень не бачилися, що ми щотижня, щосуботи о 13-й годині запрошуємо вас в затишну вітальню нашого коту, клубу одеських телеглядачів. Для тих, хто чує і бачить вперше, маю нагадати за допомогою такого невеличкого анонсу, що це воно таке є. Увага всім і кожному, хто є справжнім телеглядачем. На честь 60-річчя одеського телебачення. Наша філія НТКУ засновує КОД – клуб одеських телеглядачів. Хто може бути членом і членом-кореспондентом цього незвичайного клубу? Хто буде його президентом? Які в них права та обов'язки? Як і про що розповідало одеське телебачення за ці 60 років? На ці та інші телепитання – відповіді щосуботи о 13:00 в клубі одеських телеглядачів. У запису ви можете бачити цю програму завтра у неділю. Але тоді телефонувати нам не треба. А сьогодні треба, бо ми чекаємо саме від вас, членів нашого клубу. А члени клубу одеських телеглядачів – це всі, є, хто є нашими глядачами. А члени-кореспонденти – це ті, хто нам телефонують і пишуть. Ми чекаємо від вас ваших спогадів, вашого ставлення до одеського телебачення, якому от восени буде 60, небагато, немало років. Ну, і найголовніше, природньо, кажуть, який поп, такий і приход, нам треба обрати з вами всенародно президента клубу одеських телеглядачів. За положенням про клуб, це має бути людина симпатична вам, глядачам, впливова людина, славетна людина і не працівник телебачення, повноважний представник глядацької маси. А що стосується нашої сьогоднішньої зустрічі, то це для мене подвійне свято, бо в студії зібралися митці. Мені, як художнику, який не відбувся у ранзі графіки, скажімо, це приємно, хоча і заздрощі є певні. Давайте з чого розпочнемо. Традиційна наша анкета. Коли ви, як прості смертні, вперше почули слово «телевізор», вперше побачили, що це воно таке. Ну і вперше ви чи батьки придбали його, і він з'явився вдома чи у сусідів. Прошу. Я ще коли жила в сім'ї на вулиці Сеченова в центрі Одеси, то, по-моєму, перший телевізор у нас був в сім'ї тьоті Басі, дяді Яші Каплан. Це ще звучала фамілія. Не очень хорошо, Каплан, но это была прекрасная семья. Вот, и отец воевал, дядя Яша, сыновья работали, он на заводе, они тоже такая была дружная. И у них был телевизор небольшой. Я помню, что соседи ходили всем двором к дяде Яше и тете Басе смотреть телевизор. Какой год? Это, ну, я так думаю, что 57-й год. 57-й. То есть год уже... Но я уже училась в театральном училище. Да, я с театром... А марку телевизора не припомнишь? Да нет, конечно. По-моему, я к тете Басе не ходила, потому что я занималась в училище и была очень занята. Ну, для тебя, как для комсомолки, фамилия Каплан была слишком одиозная, наверное. Ну да, нет. Но они оправдывали своей жизнью. И когда тетя Бася шла на море в Лузановку и со своими Мариком, Феликом и Вадиком, то весь двор с тетей Басей на море. У нас были очень хорошие отношения. Кто больше? Телевизор в жизни. Телевизор именно, бог с ним, в телевидении. Когда ты его увидел? Мы купили в 61-м году на 8 марта телевизор. Уже в 61-м? Да. Ну, да. «Львов-2» назывался. Это уже пошло... Просолит. Да, это уже расширение пошло. Уже что-то можно было видеть на экране. Вполне реально, конечно. И тогда показывали, ну, 1 апреля, то есть 10 или 11 апреля, Гагарина запустили в космос. И ну, это был ажиотаж, собственно говоря, посмотреть Гагарина. Но он же молоденький. Да. Ну, до этого, слыхал, наверное, что есть такой телевизор. Безусловно, конечно. Но не видел, да? Но не видел.
Нет, не сильно. Я вышку-то видел, елки-моталки, я живу здесь недалеко. А в принципе... Да, телевизор – это вещь сильная, серьезная вещь. Ну, тогда еще было черно-белое телевидение, это сейчас уже маленькие, цветные, и все. Прогресс пошел очень сильный. Но само телевидение – очень впечатляющая вещь, очень сильная. Ну, по тем временам. Да, сегодня тем... молодежь, если это нечто может быть отходящее, потому что есть компьютер. Компьютер практически тоже, тоже телевизор, собственно говоря. Но в то время телевидение – это было как средство массовой информации. Если были новости, так эти были новости за день. Если утром включаешь телевизор и показывают новости, это уже показывают. То есть, которые не посмотрел завтра, но все-таки телевидение – это то, творческие люди, которые быстро это все реагируют на это все моменты. Хотя вот характер сам новостей, как скажешь, она принципиально отличалась. Конечно, ну вот еще как. О чем говорить, если сейчас показывают новости, потом их, не то, понимаете, как перерывают новости, идет реклама. Я спрашивал людей, вот, которые вот на улице снимают, а что же, говорю, кино, и особенно кино, когда снимают, показывают, вернее, перерывается кино и телевизор, и реклама. Я говорю, что же, это наша зарплата. Двигатель прогресса. Двигатель, но вы знаете, ведь иногда кино ведь разное, и там идейно-тематические резкие несовпадения, потому что зритель сидит, следит за судьбой, он уже там весь в 19 веке или 18-м, там вот что-то случается, и в самый трагический момент вдруг бам-бам появляется обнаженная ягодица, правая или левая, или обе, да? И идите в аптеку, покупайте гель, не будет прыщей. Вот. Это, конечно... Или родила ли розы Педро Альмодовара. Зарабатывать деньги нужно, но нужно же пощадить психологию потребителя. А вот Саша, он уже следующее поколение. Для него телевизор уже не чудо, а нечто привычное, да? Для меня вообще телевизор – это было счастье, которое только у бабушки мог увидеть. Дед работал, дома не было, папа оперный певец, у него был пункт только грампластинки с итальянскими тенорами. Да. Долгоиграющие пластинки. Да, он был в бригаде Астахова, они ездили по всему Союзу с филармонией, и он привез магнитолу, и у него были пластинки. А телевизор для меня это было счастье. Дедушка, работая грузчиком в порту, приобрел немом телевизор. Он был такой больше в длину, чем в ширину. Видите, дети грузчиков работали в филармонии. Это тоже был культурный прогресс, да? Ну да. Папаша-то по артистической части был? Да. Ну и сам же не подарок, все-таки не чужд консерватории, да? Конечно, конечно. И он, во-первых, он же протеже Сергея Яковлевича Лемешева. Он блокадник ленинградский, его Лемешев увидел в детском доме, услышал. Тот изъявил желание, уже будучи потом в ремесленном училище петь, он его привел в музучилище по классу вокала. Ну, поскольку сегодня мы говорим не столько о музыке и ТВ, об этом мы говорили и будем, наверное, говорить, потому что какое ТВ без музыки, и какой же музыкант не мечтает, чтобы его показали на ТВ? А тоже касается, кстати, и письм эдаков. Мы сегодня говорим, в общем, рубрика наша такова, ИЗО и ТВ. Угу. Вот нам сейчас Юлия Брославская, наш режиссер-постановщик, покажет небольшой сюжет, и надо будет его прокомментировать. Еще цел оно е. Это рисованные заставки, которые раньше использовались. Компьютерного набора. Сергей делал, Наташа Бурдовицына, Мицкевич. Эти заставки. Расторгуев. Да, ну, интересные фильмы, да. Ну, вот не от хорошей жизни, поскольку не было электроники, но конечно. Классно. Но классно очень смотрела. Это было на... Очень здорово. Это каменный Александр. Саша. Это я. Это Калабухов. Моя работа. Чьих частей? Это я, это Расторгуев. Нет, Каменный и Шевченко рядом. Шевченко, Марков-Овчок, наша передача, которая была Расторгуев делал. Да, это мы, кстати, делали. Смирнова. Он рисовал к 40-летию. Это Храмова. Храмова я сразу узнал, да. Смерть им – это Бельмондо. Ну, Саша снимал то, что тут вот осталось. Это Казмава. У нас в помещении. Более удачные, менее. А это грамота, чтобы вручали. А за что я тебе его вручал?
Это не мне. Это Соколова, Расторгуев, Соколова тогда были. А, это от Союза журналистов. 90-е годы. Понятненько. Давай так, братцы, сейчас, конечно, я не уверен в том, что это верно, но считается, что раз можно нажать на кнопочку и получить все, что ты хочешь, то зачем нужен живой, разумный человек, да еще и на зарплате, чтобы он что-то рисовал, что-то писал. В те времена, в общем, никому не приходила в голову такая странная концепция, да? Художник на студии был членом творческого состава коллектива. Вот давай вернемся в те времена, ладно. Ты понимаешь, мне хочется вот рассказать. Я же с 59-го года была на телевидении. Я окончила училище. У нас был выпускной вечер 31 июня. Вот я не помню, сколько дней в этом месяце. А 1 июля я уже была здесь на работе. С отличным дипломом, выпускник, художник, бутафор. И мне хочется, художники, вот у меня там есть планшет. Это мы... 2 года назад по инициативе Расторгуева, к сожалению, его Володи сейчас уже нет, но мы хотели рассказать о художниках, которые работали на телевидении. А я была, значит, с 59-го года, и поэтому я всех, можно сказать, застала художников. Вот там, это буклет. Это буклет, да. Выставки, это да? Буклет выставки. Мы просто здесь тогда... Работ. Мы увидим работы да. Потом. Триграции? Да, это мои работы, Володин. Но дело не в этом. Мне хочется рассказать о том, что сделали как-то фильм, но это не предложение было руководства, по-моему, просто желание режиссеров, там, топчего, техников сделать фильм о студии. Очень хорошо отражена там работа и начало работы радио, все здорово. А художникам не было ничего не сказано. И поэтому вот мы захотим более, что нас, как говорится, художников прикрыли. Вот, и мы решили с Расторгуем, вот, что непременно нужно собрать. И у нас вот 2 года назад была выставка в Доме медработника, мы уже там не первый раз были, моих работ, Расторгуева и Соколова моих. Вот. И планшет для этого, да, для этого планшет, и там художники, все, если потом вот режиссер показывает. Вот это... Наша, значит, 58-го года, вот когда это помещение было уже открыто, построено, художники. Сперва я пришла, кстати, здесь были одни мужчины. Я в училище занималась, одни ребята были и постарше. И здесь были мужчины. Айзнер, Кореневский, Волошин. Вот там его есть работа, он декоратор. Кстати, приглашали Волошина. Да, он что-то да, он на расхват. Он ветеран, он выдающийся он, человек. Он праведник. Прыгает с парашютом 80 лет. Он праведник мира, в общем, мальчишкой, ему сейчас 87. Но в изобразительном искусстве, он же не случайный человек. Да, он и сейчас рисует. Вот, и я вот рассказывала специально о художниках. Вот Сергей нынче здесь с нами. Рассохали, Леонид, Нана, вот, я там тоже. Да. Вот, кто там у нас еще сейчас, если покажет. Сева Федоренко был прекрасный. Вот это Василий Волошин. Ильяна, Ильяна. Вот, посмотри, ты как художник, Ким, посмотри, какая масштаб да, большущий, да. Какая работа. Это размах. Вася пишет работу. Декорация. Вот задник, декорация, да, задник, я не помню, как он мне говорил, если был, он, я не помню название этих передач, вот, но у нас, кроме вот новостей, каких-то событий отражали наши телевидения в городских, у нас очень много было режиссеров театральных, Волков, Глибко-Долинская первая была, Люция Александровна. Да, собственно, практически Люция все первые режиссеры пришли из театра. Пришли из театра. Каменецкая Мария Исаевна, Люсгартен. Потом, да, вот вообще отдельная тема. Был Швед, Виктор Швед. Мама Елагин. Строкан. Да, да.
Строган, да? Да. А Строган очень интересный был режиссер. Общественно-политические какие-то делали передачи. Ну, и когда здорово, на фоне, значит, павильона надо было какую-то эмблему небольшую, он приходил, чтобы мне прыщик сделать. У него был мультик, он все хотел побольше. Строган, да. Вообще отношение, Лиля, отношение к художественному цеху серьезное было связано еще и с тем, что ставились телевизионные спектакли. Да. А спектакль начинает драматург, конечно, но одновременно начинает и художник. Конечно, конечно. Женя Гулин делал для этого самого. Двенадцать бы лет был. Двенадцать. Он до Черного моря. За Рембрандта он делал. За Рембрандта делал программу. А Рембрандт, да, очень много. Мы тогда... Леся Украинка была. Леся Украинка, но это позже. Рембрандта мы... Рембрандта делал не Женя. Гулин, да, да. Рассоха был художником. Да, и мы писали с ним портреты. Он, потому что Рембрандт, он как Шевченко, он любил автопортреты. Да, и очень много было. Да. И, в общем, у нас только было холстов. Кстати, даже будучи вот подстановщиком, я там числил бутафором, но нам отдельно платили за портреты. Зарисованные отдельно платили за портреты. Отдельно за портреты. Художник был царь и бог. Он мог заработать бешеные деньги. Парадоксально анекдотически, может быть, звучит, что когда я из газеты меня перевели, значит, сюда, то выяснилось, что есть проблемы с титровым материалом, тогда же электроники не было. На черном крафте белой гуашью писали тоненькими кисточками. И мне зампред сказал, комитет же был тогда государственный, это Кимович, так давай же ты помоги. И я писал эти субтитры, черно-белая камера была, показывала двойную экспозицию, она брала титры на крафте, а цветная камера брала план, и получалось, что вот человек сидит, у него тут титры. Буквы у тебя уже. Так я даже не думал, когда в конце месяца мне за это дело, оказывается, платили 30 рублей. Да. Между прочим, бутылка водки стоила 2,87. Большие деньги. Сережа, как они назывались? Напузник. Я к тому говорю, что действительно тогда платили за все. Даже когда никто не просил. Ну, думали, так, надо же помочь. Вот. Но это шутка. Хотя должен сказать, что я тогда попросил кисточку у этой девочки Курносики. Бурдовецина Мицкевич. Мицкевич, да. Она была там просто Мицкевич. Вот, очень симпатичная была. Она была с нашего двора, мы ее родились. Милая дама, да. Так вот, я до сих пор эту кисточку ей не отдал. Я ее просил. Вот она обещала прийти, не смогла, у нее внуки. Ну, не важно. А вот что касается действительно серьезных крупных вещей. Вот давайте пусть нам Юля даст еще один репортаж, он чуть объемнее. И мы посмотрим на работы наших художников Одесской студии телевидения. Это я набросила. Расторгуем с выставки портретов. Да. Которая состоялась в Музее западно-восточного искусства. Это наш. Вот Наташа, которая кисточка. Наташа с кисточкой. Это Сережа. Вот Сергей молодой, и справа Соколов. 14 лет. Нам портрет. Это выставка как-то. Да, это просто фотография. Это Соколов там. Это ваяет, Соколова ваяет. Нет, это вот на выставке, когда мы были в 2014 году. Это тоже художник. Да, это наш художник. Генерал Отёжников. Казачьих войск? Да, да. Атаман. Атаман. Это выставки. Расторгуев у нас, он работал до 1987 года в кинотеатре «Родина». И у него такие... были организаторские способности, он предложил выставляться. Он пришел на студию, и вот тогда мы впервые стали выставляться там в кинотеатре, у нас и выставка. А в Родине был художник Вольский. Да, был. Это я до Расторгуева или после? До. Он приходил, я приходила это к Володе. Это с Семеном Львовичем они дружили. И режиссер. Подожди. Забыла, как же режиссер, он тоже рисовал. Боже, ладненько потом вспомню. Режиссер киностудии.
Левин. А Вася Левин? Да, Вася. Он тоже художник. Он там выставку делал вроде. Он выставлялся даже, Василий Левин. Мы к нему ходили. У него однажды была даже общая выставка с космонавтом Леоновым. Леонов был живописцем тоже, так ему казалось, по крайней мере. Вот это Василий Емельянович сейчас вот там. А, вот уже. Вот он стоит на фоне этого планшета как раз, наш ветеран. А Василий Левин был режиссером-постановщиком фильма «Брокколи со звездой Ориона», «Звезды в петлицах» он вышел, как раз по сценарию Леонова. И так они познакомились. Вот, подружились, и получилась совместная выставка. Наш одесский режиссер и художник Василий Левин и герой Советского Союза, космонавт Леонов. Володина работа. Это я рисовала в «Союзе писателей». Вася, но он говорит: Лиля, ты меня быстрее нарисовала, чем я только что ходил стричься. То есть у меня такое бывало, так называется, рука стоит и рисует. Это выставок каких-то? Да, может быть, но это просто Саша взял. Я просто показываю, чтобы уметь рисовать, это я в училище в 16 лет рисовала. Вот я там еще Давиденко. А это работа, что я хотела сказать, это на телевидении, значит, где-то в 72-м году эскизы черно-белые, и вот это вот шло у нас в прямом эфире 8 площадок. Ты себе можешь такое представить, Ким Борисович? Хорошо подумай. Это под лестницей было, это вот здесь вот было, но у нас даже мы еще тогда расписывали пол. Чуток, у нас было... Из-за тебя нас заставят 8 площадок. Это Володя рисовал. Юрист у нас был, прекрасный человек. Это наш Нахапетов. Владимир Мадарев. Шерстнев, Шерстнев из Лиля. Да, прекрасный актер, мы его рисовали. Барт. Я дарила, а Володя рисовал, оставалось. Света наша, бухгалтер. Нет, это другая, это передающая, да. Нет. Это Рассохина работа, он нам подарил когда-то. А тут Бликунов. Да, это у него тоже там. Стога его. Стога, это? Да. Это Володя, но он как-то ему работает. Времена перестройки. И вот он как-то на политическую тему где-то что-то старался сделать. Ладно. Водка у него хорошо получалась. Во всяком случае, художники, которые здесь работали... И работали как художники телевидения, они действовали как художники просто, потому что даже ни для чего, но не может художник не рисовать и не писать красками. Это же функция, так сказать, даже когда этого никто и не просит, и не требует. Вот как «Тесен мир», ты знаешь, вот когда полетел космонавт, а у Сергея появился телевизор, да? Да. Вот раз. Тот год, 61-й, мне было 14 лет, 15-й год, и я пошел на фабрику работать учеником. Там был художественный цех, поскольку я закончил художку, то меня приняли. И вот там я познакомился с Боярским, который был великим, я считаю, мастером. И эрудит. Он сочетал в себе, бывает так, хороший шрифтовик, слабенький живописец, допустим, слабенький художник. Там такие работали ребята. Или очень приличный художник, шрифты не тянет. Вот он был как-то гармоничен, Виталя. Потому что, если нужно было, он писал Гагарина портрет или там членов политбюро, и тут же шрифтом. Он утверждал, что он знает несколько со-шрифтов. И вот. А потом пришел я впервые на телевидение в 64-м году. И кто вы думаете, сидит? Боярский. В том году, да. Что было интересно, как-то я помню, у нас был спектакль, режиссер, я не помню, кто был, но о Ленине. Ну, тогда же Ленин очень часто. И вот нужно было вначале показать заставочку «Кабинет Ленина», потом идут титры, а найти кабинет Ленина без Ленина было невозможно. И на какой-то картине, да ты знаешь, кто писал Ленина. Забыла. Герасимов писал. Герасим, да. И Ленин сидит в кресле, и Виталий убирал Ленина из кресла. Затушевывал. Но надо было, чтобы было нарисовано потом кресло, как положено. Но это делал втихаря, так, чтобы никто не видел. Потому что это по тем временам было крамола. Да, и портретист был великолепный. Кстати, вот фотография, но она цены же ей нет.
Это Волошин. Волошин. А 59-й год. Лето. Саша родился 5 декабря. Еще и на мотоцикле с этюдником. Да. Вот, моторизованный художник. По-моему, это Ковровец мотоцикл, нет? А может быть, Иш? Нет, Иш, наверное. Похоже, покажи, да. Пожалуйста, я тебе рассказывала, там стоит наш партикабль, который до сих пор режиссера Захарова иногда просит наши вот эти интерьеры. Ну, вещи да. Переживают люди, фотографии, ну, бумаги тоже, к сожалению. Но вот вы знаете, самое интересное, пусть это будет печально или весело, зритель ждет того, чтобы мы рассказали о такой богемной, насыщенной жизни телевидения. Что запомнилось больше всего? Могу я рассказать? Да, а знаешь что? А давай пусть Саша, как человек консерваторский, проиллюстрирует нам это... Музыкально, ну, твой пускай. Рассказ. Прошу к роялю, маэстро. Значит, еще в 61-м году мой супруг Соколов купил энциклопедию театральную. И уже в этой энциклопедии был Джусто Дмитрий Фаустович. Он был комическим актером оперетты. И у нас он был режиссером. И были прекрасные спектакли. Это я вернулась, я 65-го года по 70-й работала в оперной студии консерватории. В 70-м вернулась. Ему было уже очень много лет. Потому что где-то он через 5 лет, когда 90 лет ему исполнилось, он умер. Но он успел. Он, значит, спектакль. У нас же тут ставили спектакли. Не только переносы были. Он... Ноктюрн спектакль поставил. Вот. Записана, значит, музыка исполнения певцов оперной какой-то оперы, театры Ленинграда или Москвы были, я вот сейчас не помню. Но в кадре были актеры балет. Вот особенно фильм был спектакль «Рафаэль». Фарнарина была Караваева, балерина. А актер из русского театра был Рафаэль. И что интересно, для этих... Жаль, что этого ничего не осталось. Это было очень интересно. А я вот окончила училище как бутафор. И тогда как-то оно вроде не престижно было. Ну, что бутафор, не постановщик. Постановщик звучало. Но вот для этого спектакля на актер мне позировала балерина. Я ее в натуральную величину, рост, лепила эту балерину. И, конечно, на высоком уровне я не могла. Она оживала тогда, что было только двойная экспозиция. Вот в этом ноктюрне она оживала. Вот, а вот такие были прекрасные спектакли. И он удивительный был режиссер. Вот. Ну, жаль, что вот таких вот не осталось, потому что военный ансамбль снимали. Кривохатский, то он долго берег вот эти какие-то пленки потом, а этого не осталось. А давай у сильного пола спросим, да. Что было наиболее яркого осталось в памяти, связанного с ТВ? Да много было очень интересного. Например? Я вам скажу. Прошу прощения, звонок телезрителя, мы вот так здесь договорились, что зритель всегда прав, как покупатель, а потом продолжим вот с этого места. Слушаем вас. Алло. Слушаю. Алло. Слушаю. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Ада Панченко, монтажница. Ада Панченко. Очень приятно всех вас видеть по телевизору. И с Лилечкой мы недавно встречались. Привет. Очень приятно услышать, вспомнить свою нашу молодость. Я работала в 63-м году, с 63-го по 96-й. Так что очень всех приятно видеть. А говорили, что она где-то там за границей. Панченко, нет, что, она что, приехала уже. Алло. Да, слушаю вас. Плохо слышно. Ничего, мы слышим. Алло. Мы слышим, слышим. Ну, рада была вас всех видеть, вспоминать нашу молодость, наши встречи, хорошие передачи, которые у нас шли. Но нас уже осталось очень мало и очень обидно. Но очень люблю смотреть наши все передачи. Недавно смотрела Топчева в эфире, о нем была передача.
И, конечно, передаю всем вам привет большой. Спасибо, что вы это делаете. Спасибо вам. Удачи. Всего доброго. Ну вот видите, как отзываются люди, приятно. Остается действительно меньше, чем было. Ну тут ты куда не денешься. В данном случае как? Нас оставалось только трое, да? Нет, три с половиной, потому что еще отпуск. Итак, мы остановились на том, что яркие какие-то интересные воспоминания память все-таки хранит о телевидении. Да, вы знаете, очень интересна была программа. Одна Женя Гулиндел вместе с Людой Росохой на Новый год. Новогоднюю вечера, под Новый год они делали. Украшения, декор делал. Леня еще взял и разрезал вот это вот, как этот холст, а он разрезал его на доли. И актеры, которые выходили из, ну, вроде как, пустая студия, и так, декор есть, а никого нет. А потом через эти дыры, эти вот эти прорези, стали выходить актеры. В общем, вот это было очень интересно. А еще кран стоял высокий, я смотрю, сейчас крана нету. А был кран, и так интересно, это все, ну, потрясающе. Да, вообще, было много чего всего интересного. И как приезжали сюда эти девчата, этот ансамбль, который пел здесь, выступал. И у них барабан был такой, бас-барабан, и без передней стенки. Ну, и кто режиссер был, я уже не помню. Говорит, это, ну, какая-то редакция, барышня была, если все верно, там, как я посмотрел. Нет, нет, нет. Это храмовая была. А, Ира Илюшенко. Нет, другая. Илюшенко, Илюшенко, Илюшенко. А может быть, и другой. И говорит, надо сделать, говорит, закрыть это самое, и с нее начнут это самое, ну, программу. Ну и срочно я рисовал это самое, как его, вот этот барабан, и с него начиналось тоже интересно, и очень интересно. А потом еще как-то мы поехали на ПТС, в пионерский лагерь, этот, молодая гвардия. И накануне вечером они закопали там... Два отряда должны были утром их найти, эти сокровища там Робинзонова и что. И одни закопали и пометку поставили себе, а другие закопали, но пометку вроде не поставили. А тут ночью дождь прошел, приехали снимать, это хорошо было видеозапись. И значит, один отряд нашел быстро, а второй не может найти. Это очень интересно. А Женя Гулин оператором еще был там. Ну, это в молодой гвардии. Ну, это... Остановили я запись, нашли таки эту историю, потом начали заново или продолжали снимать, я уже не помню, это давно было. И нашли, и потом один актер выходил из моря, как этот Посейдон. Нептун. Нептун, да. И дети на него налетели, в общем... Кинули его в море купаться. Ну, да, это было очень... Забавно. Да. Ну, вот еще один звонок зрителя. Давайте прервемся. Дорогу главному участнику всех телепередач, потребителю нашей продукции. Слушаем. Говорите. Алло. Да. Это вас беспокоит действительный член, корреспондент вашей передачи «Кот». Краснова Тамара Анатольевна. А, вы нам звоните сейчас, да, слушаем. Я, ну, я же и представила свое, так сказать, положение, да? Слушаю. Действительно член-корреспондент. Точно. А сейчас, видите, я даже затмила или заговорила вот этого участника этой передачи, который сидит у рояля. Ну, конечно, он чудесно играет, но дело в том, что когда он это чудесно играет, очень плохо слышно, что говорят по теме заявленной. Вот Серега, в данном случае. Говорите. Значит, вот я не только, так сказать, обновила свое участие, но и сделала вам небольшое замечание. Мы учтем. Александр. Хочется. Чему вас только в консерватории учили? Пиано, маэстро, пиано, пиано. Григорьева не учили громко говорить. Театральной у тебя нет постановки голоса. Хочется поговорить о художниках. О Росохе, он прекрасный, да, к сожалению, его тоже уже нет, он в Германии последнее время жил. Но когда он пришел сюда на телевидение, после украинского театра пришел, он вот, помнишь тогда, модульные ставки, вот это вот от него пошло. Мы заказывали, у нас были прекрасные столяра, вот, которые изготовляли. Говори громче.
Нет, мне нет, я вроде бы громко, это Серж. И понимаете, и модульные ставки, модульные столы, столы мы заказывали на стороне, но это собиралось, можно было принять и большой коллектив вот, на твои общественные передачи с молодежью, ну разные. Вот, он умничка. Тут такие пандусы очень... выставляли, что будь здоров. Фестиваль, когда был авторской песни. Да. Через всю студию они на возвышенности ходили с гитарой. Ну, что касается вот этих станков, когда выставляли, так это еще Женечка, ну не могу его иначе называть, его все любили. Он, еще было черно-белое телевидение, где-то там вот впереди даже, я помню, стояли станки. Может быть, ты еще тогда рабочим был, мальчишка. 90 сантиметров станки. Были, и какая это был спектакль, тоже одноразово это все шло, о партизанах. И вот это, Женя, выстроили траншеи, здесь подвесили к штанкетам деревья, и при наличии вот этого горизонта, который не был потом перекрыт, вот, в 89-м году, нет, в 2009-м, вот, было впечатление, что в лесу партизаны. Удивительно. Глухомань, кто, да? Глухомань, да. Кто тогда был режиссером, я не помню. Но, режиссером Голь, кто был художником, я не помню. Но это, конечно, было Женина в основном решение, а мы все это вот, исполняли. Что касается Рассохи, он очень доброжелательный был к коллективу. Он у нас в одно время был главным. Да. Ну вот он пришел, я, у него жена Полиночка, она в театре актриса была, я же не только рисую, я еще немножко шью, я шила, он увидел работы дома, Лиля выставляя, супруг не разрешал, у тебя стащут. Кстати, вот, прости, Лиля, в художественном мире, насколько знаю, да. Но зрители, далекие от изобразительного искусства, должны знать, что он был не просто там кто-то, это очень серьезный был художник. Конечно. И он вырос очень сильно. Да. Но начинал по-настоящему вот здесь. Да. Ну, мне кажется, он в Украинском театре. Немножко, да, в театре был, да. Там был режиссер Володя, я забыл. Пахомов. Пахомов, вот, Пахомов Володя. Да. Вот, он сюда пришел, и Лиля непременно выставляется, и вот... У меня была выставка. Ваня говорит, мне стащат буфет у нас, помнишь, было на время перекрыт. Кто же забудет наш буфет? Да, и у меня даже есть стихи, потому что наши редакторы прекрасные, Довганос, журналисты, и Хиджакадзе написали мне стихи о моей выставке в буфете. Вот. Но потом у меня много было выставок. Кстати, о стихах. Вот в этом буклете я прочел впервые, кстати, в жизни. Что-то мне не попался буклетик ваш с Володей. Проходит жизнь, всего нам не успеть. Мешают жить пройдохи, невежды. Мне страшно, друг, без дружбы умереть. Еще страшнее выжить без надежды. Это чьи стихи? Володя, ну, он писал много. Я книги он писал, но, конечно, там оформления очень много. Его решение... Вообще, художники наши, так сказать, в поэзии мрачновато смотрели на жизнь. На самом деле, они были бодрые, жизнерадостные люди. Володя, он написал сценарий про того самого Орли, Григора Орлика, и Дубиненко снимала. И вот они где-то вот ездили по местам. Вообще, мне интересно, знаешь, чтобы ты вспомнила еще? Вот сейчас только подумал. Ведь цех художественный был более широким. Да, была бутафория, была декорация. Да. Ну, это назывался художник цвета. Это осветители тоже. Кстати, ваше училище кончали. Конечно. И вот этот профессионал. Была Но почему-то Рубанова. Совершенно отдельно существовал художник по гриму, и как-то вы мало контачили. Почему? Татьяна Саджан, отец преподавал у нас в училище. Как на студии работал? Ну, наверное, у нас был два старичка Саджан, еще там один был по постижу, другой по гриму. Вот отец, когда у нас были какие-то спектакли, в которых нужен был портретный грим, то он приходил. Танечка была очень способна, но она в училище не училась. Наша. Вот. А вообще-то, что я хочу сказать о нашем училище, Рассоха окончил наше училище. Миша Кац, он у нас работал в киногруппе «Наше училище». Меня туда не приняли в 61-м году, хотя я пытался поступить.
помешали. Может, и слава Тамара Богу. Слепак. Потом у нас... Кстати, примакаться давайте не проскочим. Михаил Кац, который был Мишенко, здесь да. и администратором, очень скромным, и художником. Бутафором, по-моему, да? Нет, Вильник? Он сразу пришел постановщиком, но он в киногруппу. Он с мамой Завьяловым. Да. А кончилось тем, что он был классным художником кино и режиссером-постановщиком. Да-да-да, он ушел в кино. Он сумел поставить два очень необычных фильма художественных полнометражных. Да. Но... Вот бывает иногда у тебя такие передачи театральные, когда ставят здесь в студии фонарь большой. Так вот это когда он был в киногруппе при Мамонт Завьялове, вот он делал эскизы, а заказывали на киностудии. И вот эти фонари в наследство остались от киногруппы много очень. А вот что касается грима, когда-то, когда я пришел на студию, то грим был обязателен просто. Вот сейчас как-то так, ну хочешь, иди без грима. Это просто было нарушение технологии, за конечно, это можно было получить по шее. Это связано не столько с недостатками нашей фактуры, сколько с технологией телевидения. Ну, конечно. Передача цвета, света, фактуры и прочее. А непривычное еще было дело, потому что я 10 лет до этого, честно, сидел в газете, и там твоя наружность не имела никакого значения. И поздно работали, где-то в 11:30 вечера заканчивалось, а слой грима был вот такой, и пудры, и помада на губах, и ресницы. И быстро вылетал со студии, проходил мимо трамвая, садился в него, и я... Не понимал сначала, почему на меня так странно смотрят. Тогда меня еще не знали, а действительно. А кто-то поближе придвигался, кто-то подальше, наоборот, от меня. А потом до меня дошло, что меня за кого-то принимают. Я стал уже смывать этот грим здесь, хотя я опоздал на трамвай. Специфически тоже очень этот цех гримерный, да? Конечно. И, кстати, бутафор, костюмер... И гример, осветители относились, мы были не творческие. Хоть я была художником выше 6-го разряда, но мы относились, иногда нас перебрасывали то в телецентр. Это даже было в какой-то мере выгодно, потому что, вот, например, в 60 лет, вот почему многие художники ушли, Федоренко, он очень хороший был художник и человек прекрасный. Девочка. Да, потому что 60 лет ты творческий, журналисты и художники уходили на пенсию. А вот мы, значит, я делала макетов очень много. Делала куклу, которую одевали на руку. Вот у меня Саша маленький сфотографирован. Она вела музыкальные передачи. И делала сам... Но я была не творческим. И меня можно было и Танечку Саджан могли не отправить на пенсию. Александр, извини, присоединяйся к нам. Да. Вот а режиссера. У тебя очень своеобразная позиция здесь, потому что ты работаешь с постановщиками и сам не чушь, так сказать, этого цеха. Поэтому ты, так сказать, как бы со стороны во многом наблюдаешь за тем, что мы не очень видим. Когда меня после передачи спрашивают, ну как, я не знаю, я должен посмотреть. Я совершенно ее не вижу. Сосредоточенность на другом же совершенно. Вот что самое главное из своих наблюдений постановщика, который должен сначала это все поставить, в течение передачи быть где-то за кадром, потом это все разобрать, кто-то там придумал что-то, кто-то читает на твою голову. Как ты поделишься с этими впечатлениями? У нас еще есть где-то минутка на это, полторы. Ну, дело в том, что картинка всегда... должна быть, она, когда художники присутствуют в передаче, она оживляет. Ну, что сейчас вот все эти компьютерные какие-то вариации, они как-то, ну, мертвые. Потому что, когда рисованная была площадка, это все было живо. Вы сами прекрасно знаете, потому что в программе ГПАК вы используете очень много рисованных работ своих. Мало того, я их и рисую. Да, своих, я же сказал, своих плагиата здесь нет. Да, но вот ты знаешь, но все-таки двойственное положение у постановщиков, потому что вот я знаю, что ваша бригада больше любит такие передачи, где нет рояля, потому что его не надо таскать. И меньше крепить всяких картинок. Вот здесь есть противоречие. Вот рояли еще может отломиться ножка. Ножка это несчастная. Мне 10 лет говорят, не надо рояля, потому что ножка ломается. Ради хорошей передачи можно и пожертвовать здоровьем. Ножка, но не ножка. Показывает режиссер, что съели, мы слопали уже шабаш, да, видите? Я хотела сказать о режиссерах. 20 секунд.
20 секунд. Да. У нас были прекрасные режиссеры, с которыми мы работали, и просто счастливы были. С Захаровой, особенно да. С Ирочкой Швед, когда о, Новый да. год. Мы за 2 месяца были счастливы, у нас было настроение чудесное, мы работали с удовольствием. Но да. Вы же понимаете, что до того осеннего дня, когда мы соберемся здесь для того, чтобы по фужеру шампанского как минимум выпить за 60-летие старейшей в СССР и на Украине студентелетия, мы еще встретимся здесь не раз. Сейчас нас просят вежливо очень удалиться, так намекая всякими жестами. Мы вдячны всем, кто был с нами. Пам'ятайте, шановні друзі, що суботи о 13-й ми збираємося отуточки з вами по обидві боки екрани у вітальні нашого коту клубу одеських телеглядачів. Протягом тижня 63-53-74. Пишіть, пишіть. 63-53-74. Це телефон нашої приймальні. Ми чекаємо від вас. Кого ви висуваєте кандидатом на вищу посаду? Президент клубу одеських телеглядачів. Усіляких вам гараздів.